Добрый день, ребята и родители! Сегодня у нас стихотворение Зои Петровой «Наши игрушки». Хороши у нас игрушки, куклы, мишки и хлопушки. С ними весело играть, но не надо забывать. Игрушки не люди, но все понимают и очень не любят, когда их ломают. Пусть игрушки дружат с нами, обижать мы их не станем, поиграем. И потом все на место уберем. Посмотрите, у каждой игрушки свое место, да? И самолетик, мишка, все тут у нас всякие игрушки. Но когда поиграли, их надо обязательно убрать на место, чтобы в следующий раз быстрее было найти и чтобы был порядок кругом. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи.